Добрый день, меня зовут Сергей, компания Boston Technic. Приветствую вас на нашем канале. Представляю вашему вниманию КАМАЗ 65115. Пожалуйста. КАМАЗ 2011 года выпуска. Все время в одних руках, в одном хозяйстве. КАМАЗ полностью готов к работе, обслужен, работает. К нему идет также прицеп. Я дальше покажу его. Вот, что сказать. КАМАЗ сельхозник в простонародье. Все работает, то есть как влево, так и вправо делает свал. Аккумуляторы, ну, все живое, все рабочее. Пробег у данного КАМАЗа 140 тысяч километров. По-моему, 141, если быть точным, практически. Сейчас мы его обойдем, потом идут фотографии. Вот так вот он выглядит. Ну и, соответственно, напоминаю, прицепы идут в комплекте. Сейчас. Вот выпуска 2011. Так. Сейчас мы... Ага. Так. Вот. Все. Живое, все здоровое. Есть... кондиционер в виде вентилятора. То есть все, что должно работать, абсолютно отлично работает. Далее будут фотографии. Если заинтересовала данная техника, звоните, пишите, компания Boston Technic.